Россия, я сейчас посмотрела ролик. Там еще один расист живет, не знаю, где-то. Не знаю, наверное, где-то рядом с границей с Мексикой. Говорит, я живу в России, потому что Россия везде. Хочу сказать вам, потому что вы не живете, вам не повезло, вы живете в России. Вот те, кто находится на его месте, все, кто приезжает в Америку, это рабы, которые стоят на коленях. Приехать в Америку, это, грубо говоря, встать на колени. Надо выучить язык. Даже если не понимаешь who are you, what is your name, надо выучить английский. И нужно сидеть и ждать, когда ты получишь документы. В России же тебе же не надо ничего ждать, не надо ничего учить. Какая-никакая родина. Можно переезжать из города в город. Бюрократия там, ну ничего, прописка там все. Америка, сука, это стояние на коленях. Пробиться через всю вот эту систему, стать гражданином, это очень унизительно. Я не знаю, кто там приезжает, там, может быть, сразу по грин-карте или там по восстановлению, там, но если ты сам приезжаешь, то ты никто и звать тебя никак. И если он приехал из того места, где он был царем планеты, в то место, где он никто и звать его никак, это значит, что он предатель своей родины и что ему очень сильно хочется здесь остаться. Потому что здесь остаться, в отличие от вашей пидорасии, очень сложно. Тут Америка не бегает за тобой, не говорит, не возьмешь американский паспорт, не дам инсулин. Нет. Инсулином можешь просто утопиться, а гражданство не получить. Вот не верьте никому, всем этим, которые уехали от мобилизации, съебались, теперь платят налоги в Америке, что здесь им живется плохо. Никому не верьте. Они здесь стоят на коленях. И они отсчитывают вот ровно столько шагов, сколько Америка говорит отсчитать. Если Америка скажет кукарекать, они будут кукарекать. Если Америка скажет прыгать с парашюта в болото, они спрыгнут с парашюта в болото. Если они скажут, там, не знаю, ебать лягушку, они будут ебать лягушку. Они будут делать все, что им пропишет Америка для того, чтобы остаться еще на один день, на один год, на полнедели. Потому что им очень нравится жить в Америке. В Америке такой разговор. Хочешь жить? Делай, что тебе говорят. Нет, нахуй с пляжа. И вот эти все вот эти пидорасы, которые вы смотрите, они стоят и делают все, что говорит Америка. Потому что легче всего развернуться и уехать. Им же есть куда уехать. Российское гражданство у них никто не забирал. Они никуда не уедут. Они никуда. И когда придет тот замечательный день, там, может быть, через 7 лет, через 8, через 12, они наконец-то попадут на принятие присяги, гражданство, получение гражданства этой страны, они будут стоять со слезами на глазах. Это будет перерожденный ребенок, заново слепленный, трудолюбивый, законопослушный, творческий, влюбленный в Америку, який детеныш свою маму. Он будет целовать руки Америки. Он будет ходить и целовать следы Америки, для того, чтобы каждый день, просыпаясь, выражать благодарность за то, что Америка приняла его и, наконец, сделала гражданином. Многие бывшие расисты называют этот день своим вторым днем рождения. Пока вы там смотрите эти смешные ролики, что они говорят, что мы живем в России, нет. Это самые, что ни на есть, униженные люди на планете. И они согласны на все. Только для того, чтобы остаться хоть на еще один день в этой стране, которая является мечтой любого нормального человека.